Пренебрежение правилами дорожного движения может привести к печальным последствиям. На минувшей неделе сотрудники ГИБДД зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшествий. В авариях никто не пострадал. Одно из ДТП произошло на перекрестке улиц Павлика Морозова и Менделеева. Это «Шевроле Нива», которая двигалась по улице Павлика Морозова в сторону улицы Советской, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершила столкновение с автомашиной Mitsubishi Lancer, которая двигалась по улице Менделеева и выехал на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Как потом пояснил водитель «Шевроле Нива», он выехал на перекресток на желтый свет, а значит, должен был завершить маневр. Но сотрудники госавтоинспекции разъяснили, что желтый – это запрещающий сигнал светофора. Так, невнимательность и незнание правил дорожного движения стали причиной аварии. По видео мы посмотрели, он уже выехал на запрещающий сигнал, желтый, на перекресток, и тем самым он совершил правонарушение, предусмотренное статьей 12.12 Кодекса об административных правонарушениях. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей пешеходов быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.